И в завершении нашего выпуска новость о том, что 70% новых кредитов идет на возврат старых. К такому выводу пришел экономический эксперт Владимир Головатюк, проведя собственные расчеты. Он отмечает, что в январе-сентябре 2024 года населению было выдано потребительских кредитов на сумму 10 миллиардов леев. Экономические агенты взяли на 26% больше кредитов, чем за аналогичный период прошлого года, а физические лица на 66% больше. С одной стороны, цифры хорошие, указывает эксперт, однако остаток по этим кредитам к 30 сентября увеличился за отчетный период лишь на 2 миллиарда 700 миллионов леев. Экономист считает, что имел место возврат кредитов на сумму 7 миллиардов 300 миллионов леев, что составляет 73% от новых выдач. По словам Головатюка, несмотря на значительный рост выдачи новых кредитов, реальность такова, что он не способствует повышению внутреннего спроса, а необходим для погашения текущих задолженностей населения и экономических агентов.